Благодарю, что перешел. Сейчас посмотрим новости по шибе, график по шибе, Polkadot посмотрим, график посмотрим, по какой цене Polkadot изначально закупался фондами и как на следующие уникальные монеты, которые будут выходить в ближайшие полгода, год. Как в такие уникальные проекты попасть? Именно здесь ты узнаешь об этом. Polkadot ATH, самая максимальная, было на 55 долларов 0,8 центов. Спускаясь в раздел приват раундов, так, экономика токенов, вниз спускаемся, здесь есть раздел следующий, который называется раунд финансирования. В первом раунде всегда заходят фонды, которые закупаются на самых низких ценах. Этот вход самый рискованный, когда не видно, какие фонды туда зашли. Платформа же, про которую я говорю, она дает возможность зайти по 0,29 центов за один токен Polkadot. АТХ делим на 0,29, получается 189 иксов на АТХ. Умножая на 100 долларов, платформа дает зайти от 100 долларов до 300 долларов в одну монету. И всегда напоминает каждому инвестору о том, что неизвестно, какая монетка даст хорошие иксы. Поэтому нужно это распределять по монеткам. И эта монетка на хаях дала порядка 18 993 доллара. Если мы это дело равняем, делим на 100, получается 1% это 189 долларов. То есть даже 1% уже перекрывается вход в одну монетку. Но изначально при запуске первый разлог отдается от 10 до 33%. Это по крайней мере, которые я видел. При 10% разлога это получается 1893, это порядка 18 иксов со 100 баксов. И если в случае разлога на 30, как вот я уже зашел в монетку Exort, она дает 33%. При этом исходе получается 6267, это 62 икса. Обслуживание этой платформы, конечно же, не бесплатно. Предоставляется лицензия за 250 баксов. И по этой лицензии есть возможность приобрести монетки на 1000 долларов. Желательно приобретать монетки равными долями. В моем случае это по 100 долларов каждую монетку постепенно распределить. Первый запуск монетки будет в декабре по Exort. Какие следующие монетки будут запускаться, уже посмотрим дальше. Вот так выглядит лицо платформы. В ближайшее время планируется ребрендинг этой платформы, более будет кликабельной и привлекательной. За подробностями можешь спуститься вниз в чат, он открыт от моего лица. В общем, подробности все внизу в описании под видео. Хотел бы тебе показать на примере прошлого видео, каким образом можно спуститься в описании под этим видео. Это спуститься вниз, и если в случае, если описание закрыто, нажать кнопочку «Еще», оно все это разворачивается, либо просто развернуть описание, есть стрелочка. И ссылочки я оставляю сразу после временных разделов здесь снизу. Вот так выглядит, получается, ссылка на чат и платформу Crypto Insider. По Шибу Ину, как и говорил, что считаю, что возможно сюда еще раз придем. И также анализ цен, который тоже, видимо, человек переживает, он тоже считает, что в район 74 еще раз опустимся, так как устойчивые продажи к этому ведут. И позитивная новость для держателей Shiba Inu – это добавление Shibu и Doge в качестве способа оплаты на Coinbase. На фоне видно, как будто бы это B-магазин. Я пробовал зарегистрироваться, но регистрация с моей точки из России невозможна. Я уж не стал подключать VPN. Платформа, кстати, Crypto Insider работает через VPN.
Они находятся, в принципе, в таком закрытом поле, и им как бы все равно. Кто хочет, тот находит возможности и приобретает монетки первым. Если у тебя чешутся руки и тебе хочется засунуть куда-то побыстрее свои деньги и побыстрее заработать, то рекомендую тебе платформу Femix.com. Открывая шибу, здесь есть возможность открыть сотое плечо. И сейчас, возможно, подходящая ситуация, но также нужно понимать о рисках и не заходить всей котлетой. На часть от своего банка есть возможность сейчас на развороте. Сейчас сформировалось, получается, плечо, голова и еще одно плечо. Намечается сейчас вероятный разворот вниз. Я вот измерил голову и на вот такое примерно расстояние может спуститься. Также я нарисовал здесь уровень сопротивления, в котором нужно увидеть подтверждение того, что цена собирается все-таки выйти из этого роста и пойти вниз. Соответственно, здесь есть возможность открыть шорт. Все это проделать можно на платформе femix.com. Также останется ссылочка в описании под этим видео. При регистрации за определенные действия дается $20, и в дальнейшем пользовании этой платформы есть возможность получить $180 и первые свои торги начать с этих маленьких, получается, бонусных сумм, которые принадлежат не тебе, а принадлежат платформе Femix. Ссылочки останутся в описании под этим видео. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк, благодарю за просмотр, благодарю за переход и просмотр моих прошлых видеороликов.